пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня мы сделаем обзор ланолина без водорода 50 грамм. Люди с давних времен применяли животный жир в разных целях. Сначала он использовался в неочищенном виде и содержал примеси и вредные вещества. Со временем и качество, и методика обработки изменились. В настоящее время ланолин представляет собой воск животного происхождения, получаемый из чистого жира овечьей шерсти. Сфера использования – от медицинской до косметической. Ланолин безводный представляет собой густую вязкую массу от полупрозрачного желтого до темного бурого оттенка. Характеризуется не очень приятным специфическим запахом, не растворяется в воде. Несмотря на специфический и не очень приятный запах, ланолин безводный успешно используется в косметической индустрии, являясь практически веществом номер один среди других жиров по питательности и эффективности. Благодаря близости по своему составу с кожным жиром человека, ланолин может отнести к незаменимым ингредиентам при создании домашних питательных кремов и масок для лица. Не освоится в воде, даже малое количество ланолина безводного может способствовать смешиванию разных жиров с водой, что очень полезно при изготовлении косметических средств в домашних условиях. Основные косметические характеристики таковы. Увлажняет, удерживает влагу, питает, смягчает, выравнивает и улучшает тон кожи, усиливает кровообращение, умеренные защитные свойства от UV-излучения, антибактериальные свойства, регуляция водно-жирового уровня кожи, компонент кондиционера для волос, действует как эмолент, природный эмульгатор, хорошо впитывается. Вот такой удобной коробочке мы отправляем безводный ланолин нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте ставить лайки, подписываться. До новых встреч!